Всем привет! Сегодня я покажу вам свою бойцовскую короткую тренировку на все группы мышц. Перед началом нам нужно размяться, разогреть все группы мышц. Если есть возможность попрыгать на прыгалке, то это не помешает. Начнем с гирьки. Гирька у меня 24 килограмма. Если есть меньше, берите меньше. Если можете больше, берите больше. Первое упражнение. Приседаем с гирей на плечах. Я начинаю с этого упражнения. Приседаем по возможности, сколько вы можете. У нас будет 6 упражнений. Делаем подряд 6 упражнений. Передышка в каждом по 1 минутке. Можно меньше, можно чуть больше, на ваше усмотрение. И делаем так 3 круга. И этого будет достаточно. Вторым упражнением я делаю махи гирей. Упражнение. Я сделаю упражнение на пресс. Четвертое упражнение у нас будет отжимание с хлопками об грудь. Пятое упражнение мы сделаем махи гирей.
шестое упражнение заключительное. Мы сделаем упражнение на бицепс. После этого отдохнуть 2-3 минуты и сделать еще 2 таких круга. И ваше тело будет благодарно вам за это. За 5 минут я стал таким. И напоследок я делаю еще упражнение на кисти. 1-2 подходика. Поднимаю гирьку и делаю удержание. Тренировка у меня заняла буквально 30 минут. Спасибо всем за просмотр. До скорых встреч!